Всем здрасте, меня зовут Наташа, и в сериале я играю Липатову Наташу, Наташу Ранетку, ученица 10 А-класса. Видимо, это гитару очень люблю, поспать тоже вот очень люблю и покушать. Блюдо любимое, видимо, это жареная курочка с такой корочкой хрустящей и картошечка-пюре. Время суток, может быть, ночь. Из-за того, что там спать можно ночь. Время года, да тоже и лето люблю, и зиму, и осень, и весну. У нас очень мало вот свободных дней от съемок. Видимо, я просыпаюсь часов в 10, завтракаю, играю на гитаре. Смотрю телек, обедаю, играю на гитаре, там, на клавишах, губная гармошка, ужинаю, играю на гитаре и ложусь спать часа так в час ночи, может, 12 ночи. Расскажи о героине, которую ты играешь в сериале. Наташа Липатова любит гитару, любит музыку, дочь известного музыканта. Германского, немецкого. Любит фотографировать. Это ее увлечение. А теперь отличие между мной и героиней. Первое отличие – это то, что я не увлекаюсь в фотографии. Может, я более скромная, чем героиня моя в сериале. Какой совет ты хотела бы дать своей героине? Быть более, может быть, понимающей, более, может, доброй. Но у меня пока любимого человека нету, поэтому что о нем рассказать? Ничего не могу рассказать. Главное, чтобы был добрый. А цвет, там, блондин, брюнет, там, высокий, не очень. Это не важно в человеке. Главное, чтобы был добрый. Влюбиться хочется. Всем хочется влюбиться. И мне тоже. Вчера на кухне я лук резала. Расплакалась из-за лука. Видимо, жалко было его. Я биологическая левша, но пишу все как не левша. Я просыпаюсь рано. Почему-то. Почему вот... И спать вроде хочется, и не выспалась, но вот я проспалась рано, и все, и не могу уснуть. Я лет до 10-11 в метро ходила бесплатно, как дошкольница, и меня пропускали. Я занималась с 4 лет до 15 фигурным катанием в спортивной школе, выполнила кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. Я желаю всем, и девочкам, и мальчикам, влюбляться, весна. А весной надо влюбляться. Бороться, искать, найти, не сдаваться.